Да, она с мамой не задела. Помидоры собрали, я говорю, их естественно нет. Собирали те, которые пригодны для пищи и для это Вот ты видела, она вся разбитая машина? Ага. Он что, ее тянет? Я не пойму. Да. Как тянет? Вам повезло то, что нас не зацепил. Я не... Почему проколи? Понимаешь, когда она это говорит, ты не можешь сказать, вы это не так нельзя. Что случилось? Он, короче, в ахере. Вот смотрит, ну первая фраза, ни хрена себе у тебя крепкая машина, говорит. Я говорю, так я же тебя в мягкие ткани ударил. Ну, в смысле, багажник. Оп. Хрена себе. Морду. Потом мне почему-то вспомнился мультик, ну погоди, серия про маскарад, помнишь, там заяц в маске волка и так далее. Так вот этому енота, медведю даже и маска выдавала. У енотов, видимо, тоже есть такая. Ёб твою мать! Пойдём, чё? Автобус, который ездит, вылезет в толпу. Ты ебать! Ух, ебать!